наш герой носил одну из самых распространенных русских фамилий, которая дала России великих актеров, врачей, искусствоведов, государственных деятелей. Он происходил из дворян Новгородской губернии. Закончил кадетский корпус, откуда вышел всего лишь навсего прапорщиком. Но благодаря своему таланту, настойчивости, дорос до генерала и великого ученого. Николай Павлович Петров, русский дворянин, инженер-генерал, механик, ученый, профессор, основоположник гидродинамической теории смазки, без которой до сих пор невозможна работа железных дорог всего мира. Петров много лет был председателем инженерного совета Министерства путей сообщения, затем товарищем министра, был почетным членом Петербургской академии наук, председателем Императорского русского технического общества. В 1899 году на побережье Черного моря в селе Шипси построил дачу, которая сохранилась до наших дней. Последние полгода жизни провел в городе Туапсе, где и был похоронен в 1920 году. К сожалению, в советское время имя великого ученого было забыто. Нас не знает великого Ньютона. Как говаривал Пушкин, мы все учились понемногу. Знал Ньютона и Коленька Петров. Но никогда не думал, что придет время, и он докажет всему миру, что один из законов великого физика не просто записан на бумагу, а конкретно работает. Это был закон вязкого трения. Его прекрасно знают все железнодорожники. Именно доказательство, а затем и введение гидродинамической теории смазки Николая Петрова в практику сделали железнодорожный транспорт самым безопасным в мире. Но вот парадокс. Когда маленький Коля по решению своего папеньки Павла Яковлевича стал поступать в Институт путей сообщения, то не прошел по конкурсу. Правда, конкурс проходил очень своеобразно. Тогдашний министр путей сообщения проходил по ряду абитуриентов, и тот, кто ему не нравился, получал щелчок по лбу с восклицанием «Татарва». Вот такая своеобразная отборочная комиссия. Нынешним абитуриентам такая встреча с министром отбила бы всякое желание поступать куда бы то ни было. Но не такого, видно, был Николай Петров. Позже он преподавал в этом самом институте путей сообщения и был его почетным членом. Николай Павлович родился в семье военного. Предки Петровых начинали служить еще при Иване Грозном. И всегда успешно. За смелость имели ордена и медали. Отец маленького Коли был ранен, участвуя в русско-турецкой войне 1828 года, после чего он подал в отставку и вернулся в свое родовое имение, которое находилось неподалеку от города Белозерска. Сегодня это Вологодская область. У Петровых было много земли, но это никак не делало семейство богатым или хотя бы обеспеченным. В семье росли 3 мальчика и 4 девочки. Все дети знали крестьянский труд с раннего детства. До 13 лет старший сын Коля учился дома. Затем отец повез его в Санкт-Петербург. Как вы помните, Колю Петрова не приняли в Институт путей сообщения, и папенька определил его в Константиновский кадетский корпус, который когда-то закончил сам и который был по карману небогатым дворянским семьям. Там Коля с первого же курса стал первым учеником, но, как вспоминал позже, никаких интересов, кроме математики, у него в корпусе не было. Летом 1855 года Николай Петров вышел из кадетского корпуса прапорщиком и был определен на службу в лейб-гвардии финляндский полк. Этим же летом Николай поступил в инженерную академию. Служил тогда в академии знаменитый русский математик Остроградский. Он-то и заметил талант Петрова к своему предмету. Николаю очень интересно было учиться. Все лекции он запоминал на слух и только после занятий записывал их. Однажды в академию прибыл начальник всех военных училищ, граф Ростовцев, и увидел на столе экзаменационный листок. На нем стоял высший балл 12, это тогда самая высокая оценка, напротив фамилии Петров. Он знал, что еще не было экзамена, и этот прапорщик еще не держал экзамен. А оценка уже стояла. Он обратился к академику и спросил, как же так может быть. На что академик ответил,
что он полностью уверен в знаниях этого офицера. Академик – это был учитель Петрова, Остроградский, который и в дальнейшем курировал и помогал Петрову на его жизненном пути. После производства офицера Николай Павлович стал получать от казны 50 рублей в месяц. Для одного это неплохой доход, но у Петрова были сестры, которые нуждались в помощи. И юный прапорщик экономил на всем – на свечах, на еде, нанял дешевую квартиру далеко от академии, давал частные уроки, которые отнимали у него самое главное – время на свои занятия и совершенствование. Кроме этого, после смерти любимого преподавателя математики Остроградского, он стал вести его курс в академии. При этом продолжал учиться, посещая лекции Петербургского технологического института вольнослушателем. Академия очень ценила своего ученика и в 1866 году отправила его в двугодичную заграничную командировку для усовершенствования в прикладной механике. Рекомендацию дал профессор Паукер, который то ли знал, то ли угадал, то ли предвидел, что именно механике, а не математике Николай Павлович посвятит всю свою жизнь. Сразу после двухлетней командировки Николая Павловича назначают преподавателем прикладной механики в родной инженерной академии и технологическом институте Санкт-Петербурга. Тогдашний директор института Иван Алексеевич Вишнеградский пригласил Петрова участвовать в постройке Охтинского порохового завода, где он остроумно спроектировал, как писал современник, прибор для передвижения щита при турбинах. За эту работу он был удостоен высокого звания, адъюнкт профессор, довольно-таки в молодом возрасте. Николаю Павловичу на тот момент было буквально 30 лет. И его профессор Вышнеградский уже не побоялся поддержать идею Петрова о проведении опытов для исследования сложнейшего явления, происходящего при трении в машинах. Вскоре в инженерной литературе появляются первые печатные работы Петрова. Название статей ничего не скажет нашему современнику, далекому от науки. Но то, что он получил от журнала первую годовую премию, говорит о многом. И в первую очередь о таланте нашего героя. Что мы все о работе, да о работе, о науке, о статьях, об опытах. Пора бы и о любви поговорить. Тем более, что любовь была светлая, чистая и, как водится, с первого взгляда. Оленька Зуева была красива, умна, мечтательна. В семье любили и вместе читали Достоевского, Некрасова, Белинского, Пушкина, тех авторов, которых любил и Николай. Они поженились, как говорили тогда, по взаимной склонности, а прожили всего лишь один год. Ольга Петровна умерла при родах. Николай Павлович с головой ушел в работу. Он предложил ввести в технологическом институте новый курс «Сопротивление поезда на железной дороге». Петров получил добро. С этого курса было положено начало российской железнодорожной науки. Николай Павлович, создавая этот курс, старался уйти от тех опытов, которые были приняты в то время, потому что это все, ну, выражаясь современным языком, это было методом тыка. То есть проводились испытания, повреждались вагоны. Это все проводилось прямо на самих паровозах, рельсах. То есть это все проходило в реальном масштабе. Но эта реальность создавала большой расход, потому что все, что испытывалось, оно ломалось, приходилось переплавлять, и уничтожались буквально там десятки тонн металла. Петров вводил строгий научный путь, на который тоже нужно было время. Именно этот путь привел Россию к безопасности на железной дороге. После аварии в Борках должны были полететь. Ведь не просто поезд сошел с рельсов, а царский поезд. Все, правда, остались живы, слава Богу. Но Николай Павлович сумел доказать, никто в этом не виноват. Таковы пока издержки железной дороги. Но только пока, добавлял он.
После смерти жены Николай Павлович полностью ушел в работу и уже о семье не думал. Однако об этом побеспокоился его брат Михаил, который познакомил Николая со своими друзьями, семьей Вурцелей. Среди множества домочадцев этой семьи была и Елена Дмитриевна. Девушка изящная, красивая и очень музыкальная. Она закончила гимназию и консерваторию по классу пения. У Ольги была прекрасная сопрано, которая приводила слушателей в восхищение. В 1873 году состоялась свадьба Петровых. Разница между ними была 12 лет, но это не помешало Николаю и Елене создать прекрасную семью. У них родились два сына – Николай и Михаил, которые позже продолжили славу Петровых. Так Николай Николаевич создал первый в Советском Союзе институт онкологии под Ленинградом, а Михаил всю жизнь отдал железной дороге, чем продолжил дело своего отца. Сразу после женитьбы Николая Павловича приглашают работать в Главное общество российских железных дорог. В нем нуждаются на практике, но при этом он не оставляет и теорию, продолжая преподавать и заниматься наукой. Труд его увенчался успехом. Николай Павлович нашел так называемый идеальный тормоз для железнодорожных составов. Результаты новой теории торможения вскоре нашли подтверждение опытным путем в Англии. Человек уникальный. Наверное, еще и потому, что задумывался о будущем. О будущем, потому что он говорил о том, что развивая государство, развивая железные дороги, нужно думать о том, чтобы подрастающее поколение получало образование в языках. Он думал о политике, он писал очень много трудов об экономике. Но у него труды были не только инженерные. Он говорил об образовании, участвовал в создании училищ. Такой известный вуз, как МИИТ, благодаря ему был основан. Вот, потому что сам он получил образование и техническое, и военное, и даже учился за границей. За свои труды Николай Павлович был награжден всеми возможными российскими орденами. Но была одна награда, которая редко давалась людям, не принадлежавшим к царской фамилии. Это орден Андрея Первозванного. Со времен Петра I профессор Петров был единственным кавалером Андреевского ордена среди ученых. Одно из событий, тоже повлиявшее на присвоение такого ордена, произошло в 1878 году. В это время шла русско-турецкая война. И для переправки наших войск через Дунай понадобилось по железной дороге перевести туда более десятка небольших невских пароходов. Все бы хорошо, но пароходы не укладывались в габариты железнодорожных мостов. Николай Павлович со свойственным ему умением нашел простейший выход из ситуации при точнейшем результате. Тогда Петрова повысили в звании. В 42 года он стал инженер-генерал-майором. В этом звании Николай Павлович занимал потом ряд крупных административных постов, среди которых директор департамента железных дорог, председатель инженерного совета Министерства путей сообщения, председатель управления государственных железных дорог. На любом посту генерал Петров оставался преданным своему делу человеком. Так, за 4 года управления государственными железными дорогами, протяженность которых была всего лишь 5000 верст, Николай Павлович сумел прибавить еще 5000. При его непосредственном участии началось строительство Уссурийской и Транссибирской железных дорог. Николай Павлович очень любил море, и эту любовь смог передать всем своим родным и близким. В 1893 году он приобрел участок земли неподалеку от Туапсе в селе Шепси. Через 6 лет на участке уже стоял этот прекрасный дом, который он подарил любимой жене Елене Дмитриевне. Она болела, и Николай Павлович очень надеялся, пребывание в этом просторном доме облегчит ее страдания. Уникально построен в плане того, что здесь зимой не очень холодно при тех ветрах, которые здесь есть, и летом не жарко, абсолютно не жарко, даже прохладно. Здесь есть такая уникальная воздушная подушка под зданием, то есть она стоит как бы на таких колоннах. И сами по себе комнаты очень такие с высокими потолками, с хорошей акустикой.
лестницу на одной опоре тоже сконструировал Николай Павлович. Мало того, что она красивая и прочна, под ногой ведь не скрипнет ни одна половица. А представляете, сколько людей здесь прошло за 120 лет существования этого дома? К сожалению, супруга Николая Павловича, Ирина Дмитриевна, так и не побывала в этом доме. Она умерла в 1901 году в Петербурге, едва пережив свое 52-летие. А дача на Черном море очень скоро стала любимым местом отдыха всей семьи Петровых. Сюда приезжали многочисленные родственники, друзья семьи, сыновья Николая Павловича, а потом и их семьи. В доме Петрова отдыхали известные люди, которые путешествовали, приезжали на Черное море, были друзьями Николая Павловича. Это министр финансов ВИТА, профессор Паукер, великий русский химик Менделеев, который приезжал сюда со своей женой. Она была художником и с удовольствием рисовала прекрасные пейзажи Шепси. Здесь у нас есть и горы, и море, и это все отображено в картинах, которые теперь хранятся в музее Дмитрия Ивановича в Санкт-Петербурге. Современник Николая Павловича писал: «В усадьбе этого имения повсюду видна правильная террасовка местности, а на террасах, живописно спускающихся к морю, разведен сад и парк. Небольшая дача, состоящая из нескольких комнат, соединяет в себе условия для удобной перезимовки. Для лиц, которые ищут для себя тихого уголка с чудным видом на море и которые не боятся одиночества, нельзя порекомендовать лучшего убежища». До наших дней сохранилась кипарисовая аллея, которая спускается к морю. Редкие деревья и кустарники, посаженные самим Николаем Павловичем. По воспоминаниям очевидцев, на террасах рос прекрасный фруктовый сад из 400 деревьев. Были 2 гектара виноградников. Вино в усадьбе делали свое и хранили его в подвале винодельни. Кстати, подвал сохранился до наших дней. Однажды император Николай II получил докладную записку о необходимости постройки железной дороги от Армавира до черноморского порта Туапсе. Все бы хорошо, но записка была подписана как-то странно – старожил. Догадывайтесь, кто ее мог написать? Да-да, это был наш Николай Павлович Петров. Император одобрил начинание, и Николай Павлович занялся проектом новой дороги. Большая конкуренция препятствовала тому, чтобы эта дорога была построена. Развернулась дискуссия в печати среди финансовых кругов. Считали, что эта дорога очень дорогостоящая и она не будет окупаема. Даже была выпущена брошюра, называемая «Новая Панама» называлась. То есть эту дорогу представили как новую Панаму, то есть то, что она будет очень затратная. Но дорогу все-таки начали строить. Это стоило огромного труда и немалых денег, но все себя оправдало. Уникальность этой дороги в том, что пришлось строить много инженерных сооружений, тоннелей, виадуков, мостов. И несмотря на все трудности, дорога была построена в очень короткие сроки. За 6 лет она была принята в эксплуатацию. Я был свидетелем строительства железной дороги Краснодар-Туапсе. Ее начали строить в 1967 году и закончили в 1980. Это совсем другой период был истории. Это и техника другая. И туннель на этом участке был всего один. Его пробивали специальным приспособлением, называется щит. А эту дорогу, Армавира-Туапсинскую, ну, 909 год, какая техника? Кирка и лопата стальная, телега. Больше ничего. И на этом участке было построено огромное количество мостов через бушующие, такие ревущие эти все реки зимние. Так как новая железная дорога проходила в горах, а поезда не могут подниматься вверх, то для перегона у горы Индюк Николай Павлович спроектировал уникальное сооружение. Это петлевой тоннель, в котором поезд, двигаясь по кругу, преодолевает не резкий, а пологий подъем. Генералом-инженером Петровым было рассчитано все – и тяга паровоза, и скорость состава, и изгиб рельсов. Ювелирная работа. Таких сооружений в мире по пальцам пересчитать, а в России оно единственное. Революцию он встретил, естественно, он поддержал белогвардейское движение.
он общался с деникинцами. Но в то же время это был, я считаю, что величайший патриот. Когда деникинцы, боясь наступления красных, начали с ним беседовать и предлагать взорвать туннели или хотя бы рассказать, как это сделать, он отказался. Николай Павлович 10 лет возглавлял Русское техническое общество, а в 1900 году его назначили членом Государственного совета, где он входил в Департамент промышленности, науки и торговли. К сожалению, ему пришлось полностью отказаться от профессорской деятельности, но его научно-техническая работа продолжалась еще 15 лет и вся была связана с железной дорогой. Николай Павлович дружил со многими людьми своего времени, может быть, в то время еще неизвестными, но уже с выдающимися талантами. Он всегда поддерживал талантливых людей, и среди них были художники, в частности, Илья Репин. Илья Репин в благодарность об этом изобразил его на картине, известной в России, хранящейся сейчас в музее, заседание Государственного совета, практически в центре самой картины. Кроме того, мы знаем, что существует еще одна картина, когда запечатлено очень важное событие для нашей страны. Это на приеме у государя Николай Павлович Петров подписывает прошение об открытии учебного заведения по обучению железнодорожному делу. В дальнейшем это институт путей сообщения. В январе 1917 года Николай Павлович заболел тяжелой формой воспаления легких. Старики тогда от такой болезни умирали. Однако организм его, писал сын Михаил, сохранивший, как и его дух, удивительную жизнеспособность, преодолел острые приступы болезни настолько, что к началу лета представилась возможность увезти его на Черноморское побережье Кавказа в его дачу. Болезнь Николая Павловича приобрела хроническую форму, но он еще 2 года прожил здесь. Шла гражданская война, власть менялась, и летом 19-го года жизнь на даче стала невозможной. Сыновья сняли квартиру в Туапсе и перевезли туда отца. До последней минуты рядом с ним оставался сын Михаил Николаевич, который записал: «Жизнь свою Николай Павлович называл необыкновенно счастливой и говорил, что каждый возраст имеет свои прекрасные стороны». Я думаю, что после всех событий 20 века этот дом сохранился не случайно. Он ждал и дождался людей, которые задались вопросом: а кто же здесь жил? Кто были те люди? Как сложилась их судьба? Он заставил настойчиво искать ответы на эти вопросы. И когда открылась вся правда, мы ахнули. Какие замечательные люди здесь жили! Сколько добрых дел они сделали! Как любили они не на словах, а на деле свою родину, имя которой – Россия.